Здравствуйте, меня зовут Мелисса Ля. Мне 4,5 лет. Я родилась в городе Москва. Я очень люблю вырезать, делать поделки и играть с моей сестрой Василисой. Я хожу в детский сад, после него на гимнастику, капуэру и танцы. Это такой бразильский спорт. Там удары всякие. Там не драка, а там учить. Если будет дракон, то его можно убить будет. Мое имя означает королева фей. Феи — это кто разговаривает, а бабочки не разговаривают. Вот. Но я каждый вечер вырезаю, когда возвращаюсь из занятий, чтобы потом всех развеселить. Я учусь в студии актер. Это когда всякие эмоции надо делать. Злость, улыбка, смех, радость.